Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Джима Коллинза «От хорошего к великому. 10 основных фактов». На всякий случай на канал подписываемся и айда слушать, как становиться великими. Факт номер один. Сначала кто, затем что. Не важно, что именно вы собрались сделать, важно с кем. Это первоначальный постулат, который закладывает основу в развитии великих компаний. Ключевые ценности. Необходимо сформулировать и донести до каждого сотрудника ключевые ценности. Это основа, без которой ничего не будет. Формировать атмосферу в компании на основе 4 принципов. Руководитель 5 уровня. Первоначальная задача – расставить нужных сотрудников на правильные места, при этом руководствоваться принципом основоположности человека, а потом перестать давать ответы за сотрудников. Важнейшие два вопроса по отношению к сотруднику. Если бы нужно было нанимать этого человека сегодня заново, то нанимали бы? Если завтра человек скажет, что увольняется, облегчение или попытка удержать? Пятый факт. Оптимисты умирают первыми. Суровые факты не должны сломать вашу веру. При этом вера не должна быть фанатичной, оторванной от реальности. Лучшая иллюстрация этому – парадокс Стокдейла. Шестой факт. Эмоциональная привязанность. Невозможно строить великую компанию с 9 утра до 6 вечера. Найдите то, что драйвит вас больше всего. Из этого вырастет эмоциональная привязанность к бизнесу. Принцип маховика. Наращивайте потенциал как базис для всех остальных свершений. Делайте это ежедневно и планомерно. Стремительный рост, который должен за этим последовать, это не запланированная точка или четкий период. Это спонтанная смена вашего состояния. Восьмой факт. Лисы и ежи. Лисы знают про все по чуть-чуть. Ежи знают что-то одно, но лучше всех в мире. Вам нужны вторые. Концепция ежа – это четкое понимание человека, в чем он может стать лучшим. Успех и труд. За великими успехами всегда стоит большой труд. Чаще всего труд команды, хоть это и не всегда бывает очевидно. Тут как никогда важно понимать разницу между звездной командой и командой звезд. Дисциплина и четкая цель. Четкая цель отвечает на вопрос «зачем?», дисциплина на вопрос «как?», ответ на вопрос «кто?» должен быть у вас еще с первого факта. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо. Подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Джима Коллинза «От хорошего к великому» вместе с «Читай быстро».